В настоящее время на территории республики имеются два угледобывающих предприятия, реализующие каменный уголь населению. В том числе это Тувинская горнорудная компания. Отпускная цена на рядовой каменный уголь марки в Туве с 1 января текущего года составляет 2754 рубля за одну тонну. Тувинская энергетическая промышленная корпорация «Майнинг». Отпускная цена на каменный уголь для потребителей республики за тонну составляет 2300 рублей. Прирост потребителей цен на уголь по сравнению с 2018 годом составил 3,5%, что в пределах уровня общероссийской инфляции с учетом увеличения НДС. Правительством республики утверждена предельная розничная цена на твердое топливо, которая включает в себя розничную цену одной тонны угля, затраты на доставку угля автомобильным транспортом, торгово-сбытовую надбавку, а также налог на добавленную стоимость.